Федеральный проект «Современная школа» предусматривает открытие в сельских школах так называемых образовательных центров, или, проще говоря, классов, оснащенных самым новым цифровым оборудованием. Подобная инициатива должна помочь детям освоить самые различные направления деятельности, как гуманитарные, так и технические. На оборудование каждого кабинета планировалось выделить 2,6 миллиона рублей. Реализовывать этот проект будет 35,5 тысяч школьников по всей Московской области. У нас в качестве пилотного учреждения выступает Гребневская школа. Ребятам повезло, ведь в их учебном заведении открылось сразу два класса по информатике и основам безопасности жизнедеятельности. Молодые люди наши будут заниматься на современных инструментах, таких как дрель, шуруповерт будут изучать. Также будут проходить уроки наглядные на тренажерах по ОБЖ. То есть дети будут учиться оказывать помощь первую необходимую. У нас современный тренажер. Итак, класс информатики оборудован специальной интерактивной доской, которая позволит ученикам еще глубже окунуться в учебный процесс. К тому же она очень удобна и легка в применении. Для того, чтобы работать в таких классах, педагоги прошли повышение квалификации на базе сети детских технопарков «Кванториум». На курсах им рассказали о новых образовательных технологиях, а также обучили навыкам работы с современным оборудованием. До конца 2021 года в нашем городском округе планируется открытие аналогичных центров еще в нескольких сельских школах. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.